кубанских школах прозвенели последние звонки. Стены родных учебных заведений в этом году покинули 88 тысяч мальчишек и девчонок по всему краю. Торжественные линейки прошли и в Северском районе. Для выпускников больше не будет уроков. Впереди их ждут экзамены, а дальше взрослая жизнь, полная новых открытий и свершений. Для вас, ребята, отзвенит ваш последний в жизни звонок. Больше не будет уроков и перемен, больше не будет ответов у доски и не будет оценок. Перед вами открыта полная жизнь ярких красок. И сейчас мы вам желаем удачи на экзаменах. Школьные годы – это беззаботное детство, учителя и одноклассники, веселые перемены. Воспоминания о школе человек проносит с собой через всю жизнь. И может, это странно прозвучит, но лишь сейчас, в минуты расставания, мы понимаем, сколько вас любви к нам, нежности и сострадания. Один из самых красивых и волнительных моментов любого последнего звонка – вальс выпускников. За годы учебы для многих ребят школа стала вторым домом. В этот радостный и немного грустный майский день пришло время попрощаться и идти дальше к новым высотам и достижениям.